Дорогие друзья, приветствую вас. С вами программа «Дорога к храму» и я ее ведущий, священник Павел Крысанов. Семья – это дружный экипаж. Под таким девизом уже много лет проходит семейное ралли «Батя», собирающее автолюбителей со всей Москвы и Подмосковья. В этом году мероприятие прошло в 9-й раз. На финише в селе Остров участников встретила наша съемочная группа. О, с прибытием, молодцы. Все, приезжали, браво, молодцы. 55 экипажей 4 января приняли участие в семейном ралли «Батя», которое проводится уже 9 лет подряд на территории Москвы и Московской области. Команды стартовали на Поклонной горе в столице. Им необходимо было не только преодолеть маршрут за определенное время, но и выполнить довольно сложное интеллектуальное задание. Есть отдельное специальное задание. 5 объектов выбирается в пути, которые нужно правильно определить. И по каждому объекту задается 3 вопроса. И в это время, пока пилот и штурман управляют автомобилем, обычно пассажиры скучают. А им как раз не приходится скучать, они должны выяснить, что это за объект, когда он был построен. Финишировали экипажи в селе Остров Ленинского городского округа. Машины начали прибывать уже с 2 часов дня. Все участники довольны. Да, есть заблудившиеся немножко. Это нормально в нашем деле. В остальном мы всегда пытаемся создать максимально простые маршруты, потому что участвуют дети, чтобы как можно меньше времени было это занимало, чтобы быстрее добрались до финиша. Евгения Семенова со своей семьей участвовала в ралли впервые. Проходить маршрут ей помогали крестница Лера и сын Андрей. В восторге. Это очень здорово для всей семьи, для сплочения. Я благодарна искренне своей команде. На самом деле, они очень мне сильно помогли. Я вообще не смотрела в дорожную карту. Они все полностью подсказывали, куда направо, налево, и мы ни разу не сбились с маршрута. Сложно, очень много концентрации требовалось для того, чтобы преодолеть этот маршрут. Много сложных поворотов. И от всех членов экипажа требовалась внимательность и, значит, выдержка. Уже второй год в ралли «Батя» участвует актер, заслуженный артист России Владимир Капустин. Говорит, каждый год организаторы приятно удивляют. Сыну многие места показались новыми, потому что там никогда не было. Он говорит, о, надо же, какая Москва, интересно. Пока мы ехали, он смотрел в интернете, изучал, что означает этот памятник или здание. Вот. Интересно было. Пока судьи подводили итоги ралли, участники могли пообщаться, перекусить, а также насладиться представлением. Организуют самими участниками. То есть то, что сегодня было, был мастер-класс по метанию сюрикенов, звездочек, да, японских, потом планкировка шашкой, концерт с балалайками, народными инструментами. Это все организовано силами участников. Традиционно ни один участник ралли не ушел в этот день без подарка. Самые достойные команды получили кубки победителей. Также в отдельной номинации были отмечены лучшие юные штурманы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 7 января Русская Православная Церковь отметила Рождество Христово. В храмах Видновского Благочиния прошли традиционные ночные божественные литургии. Наш следующий сюжет расскажет о праздничном богослужении в храме святителя Николая села Ермолино. Рождество – один из главных праздников христианства. На ночную божественную литургию в храме святителя Николая села Ермолино собралось немало людей. И собрав вся первосвященники, книжники людские, вопрошаша от них, где Христос рождается. Рождественские мероприятия состоялись, несмотря на пандемию коронавируса. Однако прихожане внимательно отнеслись к соблюдению санитарных норм. Пропустить ночную службу не могли, ведь встретить Рождество Христово в храме уже традиция. Бабушка была набожная, мы всегда ходили в церковь. И для нас это праздник был вот Рождество, Пасха. Мы всегда все вместе отмечали это, встречали. И в церковь всегда ходили, на ночную, там, и на утреннюю службу. В семейных традициях нет, я пощусь, и поэтому это для меня вдвойне праздник. Рождество Христово и окончание поста. Наверное, прежде всего пытаемся донести это до детей. Хотя даже уже взрослых, что это праздник все-таки семейный, добрый. Добрые традиции должны быть соблюдаться. Что семья, наверное, после Бога – это самое главное. В семье Акуловых к Рождеству относятся по-особенному. Помимо посещения храма в праздник, они соблюдают и свои традиции.
Перед церковью надо обязательно помыться, потому что все грехи снимают, и надо идти в церковь. Ну, традиция такая старинная. По старинке всегда считалось, что Рождество Христово, он как бы даже серьезнее праздник, чем Новый год, дни рождения. Вот. Ну и как бы у нас традиция, мы всегда и на Рождество, на Пасху ходим в церковь с семьей. А сразу после праздника Рождества Христова у православных россиян начались святки, особый период до 18 января, посвященный радости рождения Христа. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В ночь с 18 на 19 января, несмотря на настоящие крещенские морозы, около 4000 верующих Видновского благочиния приняли участие в праздничных мероприятиях. Из них 2500 погрузились в специально оборудованных купелях. Об этом в своем инстаграм сообщил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Наш следующий сюжет об этом событии. Церковь святых новомучеников и исповедников российских в Бутове – один из самых больших храмов Ленинского городского округа. Здесь еще не убраны новогодние и рождественские украшения. Традиционно от Большого Соловецкого креста верующие во главе с настоятелем храма протоиереем Кириллом Калидой отправляются к месту, где находится Иордань, в которой и будет проходить крещенское омовение. Кирилл Богослужитель, что ваше тебе, возлюбленного тебя сына имену. Идти от храма недалеко, чуть более 300 метров. И вот священник с сопровождающими ступает на лед реки Гвоздянки. Здесь процессию уже встречает несколько десятков человек, настроенных в эту холодную ночь, а температура воздуха около 25 градусов ниже нуля, искупаться в ледяной воде. Впрочем, ее температура примерно плюс 4 градуса. Первый раз. Хотелось бы, чтобы это стало в дальнейшем традицией и для каждого человека, который проживает в России, да и не только в России, чтобы это стало традицией, на самом деле, незабываемые эмоции. Главная традиция праздника крещения Господня – освящение воды. Перед тем, как начнется омовение, к Иордане приближается священник. О, Иордан, не крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение. Глубина проруби здесь примерно 1,5 метра. Для удобства и безопасности оборудованы мостки и лестница для спуска в воду. Погрузиться в купель можно сразу с трех сторон. Давай быстрее. Давай. Раз, два, три. Для удобства пришедших здесь также оборудованы палатки для переодевания. После купания можно выпить горячего чая. В течение нескольких минут к Иордане выстроилась приличная очередь. Как впечатление вообще? Первый раз? Отлично, нет, каждый год. А сильно холодно? Нет. Так. Как в бане? Слегка иголочками покалывает по телу, а так вот все нормально. Отношение священнослужителей к этому мероприятию неоднозначное, но настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских Кирилл Калида считает, что традиция вот так всем вместе отмечать праздник крещения Господня должна существовать. У нас в храме это проводится уже много лет. Удивительная такая атмосфера, ну, единства, соборности, я бы сказал. Причем действительно люди приходят самые разные. Приходят люди и глубоко воцерковленные, и приходят люди, которые совершенно далеки, я бы сказал, по церкви. И они как бы вливаются. И вот это вот единство, мне кажется, это очень важно. Поработали организаторы и над оформлением Иордани. Ледяные статуи, подсветка воды и всей площади льда, свечи по краям проруби. Все это создает торжественное и праздничное настроение. Очень красиво, да. Очень. Раньше я не ездил, когда был поменьше. А сейчас, да, последние года я всегда езжу. Ощущения, как всегда, праздничное настроение, все отлично. Всего на территории Ленинского городского округа было определено 8 мест для купания, а приняло в нем участие более 2500 человек. В деревне Калиновка рядом с Предтеченской церковью праздник был не столь масштабным, но все его обязательные элементы – украшения и оборудование Иордани, горячий чай, палатки для переодевания и многое другое – присутствовали и здесь. В крещенскую ночь безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции, МЧС, казаки, волонтеры, сотрудники администрации, медики. Всего более 130 человек. По информации пресс-службы муниципалитета, купания прошли без инцидентов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. По
Повернув с Каширского шоссе на Белокаменное, проехав менее километра, можно увидеть величественное здание храма из белого камня. Это церковь Успения Пресвятой Богородицы. История храма очень насыщена и богата именами известнейших людей Российской империи. Церковь в селе Таболово существовала истори. Это видно и из нарисованной от руки карты 1669 года. Это место как бы с высоты птичьего полета. Каширской дороги, тогда она так и называлась, и Фроловской дороги. И вот маленький-маленький рисуночек черненький, вот это вот и есть как раз бывшая Покровская церковь Таболова. Это было деревянное строение, которое из-за ветхости пришлось снести в начале 17 века. Строительство белокаменного Успенского храма началось в 1705 году в непосредственной близости от прежней церкви. Его возведением занялся Петр Матвеевич Апраксин, сподвижник Петра I. Храм строился довольно-таки долго и был освящен только в 21 году. 1721 году. Может быть, из-за того, что в то время строился Санкт-Петербург и был указ строго-настрого не добывать белый камень и вести строительство на другой территории. А может быть, и еще с чем-то. Достоверно это неизвестно. На протяжении многих лет после смерти Апраксина храм переходил из рук в руки, пока к власти не пришли советы. Большевики изъяли из церкви все ценные вещи, однако закрыть храм не смогли. Отец Иосиф был очень образованный человек. Он преподавал в земском училище. У него была хорошая воскресная школа. Прихожане его любили. И поэтому советской власти удалось не так быстро закрыть храм. Они начали собирать подписи в 1921 году, но местные жители приход поддерживали, и это не удалось сделать. И потом только после упорной такой борьбы, вот через 3 года, получается, все-таки смогли закрыть храм. Здесь располагался склад, диспетчерская автобаза и даже архив Мосфильма. Вернули храм прихожанам лишь в 1990 году. Освящение же самой Успенской церкви состоялось в сентябре 2005 года. В прошлом году мы праздновали 20-летие возрождения приходской жизни. Совершалось торжественное богослужение архиерейское по благословению владыки митрополита. Его возглавлял владыка Тихон, так как ему этот храм родной, можно так сказать. В 2014 году закончили роспись Успенского храма. Она совмещает в себе элементы новгородской, владимирской и палехской школы. В церкви изображено более 1000 иконописных фигур. Если присмотреться, в арках центральной части храма можно увидеть жизнь Пресвятой Богородицы. Церковь имеет 2 предела. Правый освящен во имя Архангела Михаила, а левый – во имя святых Петра и Павла. Когда роспись задумывалась, то сюжеты и композиции были подобраны по соответствующей тематике. Могу обратить ваше внимание, в пределе святых первоверховных апостолов Петра и Павла над иконостасом есть фреска очень интересная, где апостолы держат в руках наш храм. В храме находится более 30 частиц мощей святых угодников. Дорог прихожанам чтимый образ Богородицы Всецарицы. Перед ним молятся люди, страдающие онкологическими заболеваниями. Особо почитают здесь и древние иконы – святого Николая Чудотворца, пророка Илии и преподобного Серафима Саровского. Чудесным образом в наш храм попал святой лик Богородицы, именуемый Знамение. Эта икона была приобретена благотворителями из одной частной коллекции. А сама она была написана в 1903 году на Святой горе Афон, афонскими монахами. Но главным образом храма считается, конечно, икона Успения Пресвятой Богородицы. На Руси нет ни одного города, а порой и села, и деревни, где не был построен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Люди особо почитают Божию Матерь и именно праздник ее Успения, потому что в этом празднике отображено все торжество и вся слава Пресвятой Богородицы.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа. Православные христиане готовятся к нему в течение всего Успенского поста. Это время молитв, размышления о своей жизни, смирения и взращивания в себе добродетелей. В этот праздник в храме особенно многолюдно. Храм Успения Пресвятой Богородицы является памятником федерального значения. Его по праву считают одной из архитектурных жемчужин подмосковной земли. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. «15 марта начинается Великий пост. Сейчас мы хотим рассказать вам об одной из его особенностей. Это подготовительный период к нему, состоящий из 4 недель, то есть воскресений. 21 февраля – первая подготовительная неделя о мытаре и фарисее. В этот день в храмах читается евангельская притча о всеми презираемом сборщике податей и мытаре, и о фарисее, набожном, благочестивом человеке, являющемся эталоном духовности среди собратьев иудеев. Притча говорит о том, что лицемерная набожность ставит фарисея намного ниже кающегося, всеми заслуженно презираемого мытаря. Следующая седмица за этим воскресеньем сплошная, то есть обычный пост в среду и пятницу отменяются. Вторая подготовительная неделя, 28 февраля, о блудном сыне. Так называется она потому, что за богослужением читается известная многим притча о блудном сыне, которая повествует о бесконечном милосердии Божием, кающимся грешникам. Суббота на следующей за ней седмице, 6 марта, именуется родительской субботой. Это важный день поминовения усопших сродников. 7 марта – неделя о страшном суде, мясопустная. В этот день перед постом последний раз за трапезой употребляется мясо. Следующая за этим воскресным днем седмица – масленица. Мы уже не едим мясо, но еще едим молочные продукты. Последняя, 4-я неделя перед постом – неделя сыропустная, прощенное воскресенье. Прежде чем начать Великий пост, христиане обязательно стремятся примириться друг с другом, памятуя слова Господа: «И оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Дорогие друзья, с вами рубрика «Символ верных». Она о том, что нас объединяет, делая нас уникальными. И сегодня в гостях у нас музыкальная группа, представить мне которую особенно радостно, потому что я сам являюсь ее участником. Группа «Мои волны». Пишем с тобой пейзаж морской, где же твои карандаш и кисть? Знаешь, мне вовсе не страшно жить, но я боюсь, что мир возьмет. Сигнал. Oh,
один с тобой, пейзаж морской, где же твои карандаши и кисти? Ну что же, друзья, группа «Мои волны», и я рад поименно представить наших гостей. Это священник Максим Гординский и Светлана Галкина. Группа наша не в полном составе. Мы для вас сегодня сыграем акустические композиции. Ну, перейдем к знакомству. Что же, дорогой отец Максим, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Таким образом мы подойдем к истории нашей группы. Расскажи, как давно ты занимаешься музыкой, и как начался твой путь в церкви, как, может быть, твои пути музыкальные и церковные пересекались, сколько лет ты служишь священником? Ну, музыкой начал заниматься не так, сказать, рано, как хотелось бы. Вот, начал лет 14-15 заниматься классической гитарой. И, кстати, на то время приходится период, когда крестился, когда мы всей семьей решили вместе принять это таинство. Вот, и, помолившись, с Божьей помощью, крестились. Конечно же, тогда не было понимания веры. Мы просто крестились, каждый ожидая, наверное, своего чего-то. В то время я еще не очень понимал, для чего это. И, ну, решили семьей, значит, наверное, надо. Пошел, крестился. Вот. Конечно, духовного роста никакого не было. В храмы не ходили. То есть отец чуть-чуть захаживал, мама еще вообще не понимала. То есть когда уже бабушки отошли в мир иной, мы потихоньку уже стали ходить в храм и молиться. Где ты служишь? В каком храме? Ну, служу в храме поселка Володарского, это Никольский храм. Настоятель там протоиерей Сергий Свалов. Вот. Вот на приходе в храме, как-то твоя музыкальная деятельность, может быть, востребована не только в нашем коллективе, а еще и ну, там? Мы занимаемся с детками занимаемся. И не только с детьми, там возраст. Я преподаю гитару, и, наверное, начинает 8 лет, и у меня, наверное, самый старшему в районе 60. Вот, человек решил научиться на гитаре. Конечно, удивительный опыт, потому что человек не только на гитаре учится, но и учится еще и петь. Это, конечно, заслуживает отдельного внимания. Вот. Также мы стараемся проводить какие-то музыкальные мероприятия. Вот. Иногда это положительно влияет не только на прихожан, но даже бывает, что и мирские знакомые тоже говорят, что вот видели отца Максима, им было интересно, что батюшка умеет и на гитаре играть, еще, как говорил Кот Матроскин, и вышивать умеет. Да, ну то есть ты научился приятно удивлять людей, не только церковных, тем, что умеешь. Да, надеюсь. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, получается из твоего рассказа, краткой автобиографии, что музыка в твоей жизни и вера во Христа развивались как-то синхронно, вместе. Может быть, ты поподробнее скажешь о том, как и что влияло друг на друга. Музыка на твою веру или потом, может быть, вера на твою музыку? Думаю, вера повлияла на музыку однозначно, потому что, наверное, если бы не было веры, мог уйти в сторону, ну, любой музыки, можно уйти и не светлого содержания. Да? Но все-таки вера дала мне возможность всегда находиться и понимать, о чем мы поем, что делаем, какую музыку играем и для чего она нужна. Конечно, были там попытки играть более там агрессивную музыку, но всегда желание докопаться до истины и что-то истинное преподнести, это оно всегда было во главе. От этого старался не уходить, понимая, что, ну, Господу это не понравится, наверное, и сам я понимал, зачем. Зачем еще какой-то негатив нести в массы, так скажем. Выглядишь, что ты таким довольно цветущим молодым человеком, хотя на самом деле ты, конечно, человек довольно-таки взрослый. Во сколько лет ты стал священником? Сколько лет тебе было, мне вспоминай. Было 33, насколько я понимаю. Ну, уже достаточно, да. 33 года. И до этого, то есть, ты активно занимался чем? И музыкой,
и в храм ходил, чем еще занимался. Чем только не занимался, работал на многих работах, конечно. Вот. Перебрал много работ всяких. Вот. Ну, всем по чуть-чуть старался как-то и заработать, и помолиться. И благо мне встречались на пути молитвы люди, которые достойны внимания, и внимание им это оказано, и написаны книжки. Вот, так что это могу даже сказать, это протоиерей Владимир Жаворонков, это был духовник всей Москвы, да, это замечательный человек, его сейчас называл красным солнышком и схемонахиня Мария. Вот фамилию все время забываю, поскольку никогда не называл ее по фамилии. Вот, она из Орла, и тоже, конечно же, очень много они своими молитвами привнесли в мою жизнь и дали мне возможность духовного становления и, наверное, тем, кто я сейчас есть. Расскажи кратко, напомни, я-то вроде как помню, но, скажем, для наших зрителей, как возник наш музыкальный коллектив? Ну, мы же помним приблизительно, что было. Вначале мы на приходе вели музыкальную деятельность. Это я еще служил в Успенском храме города Видного. Мы начали петь песни, что-то было, как называют сейчас, кавера, то есть перепета пару чужих песен духовного содержания. Потом у нас оказалось есть и свои, почему бы не спеть. И потихоньку еще тогда с будущим отцом Павлом Чекалиным мы сделали дуэт, а потом еще тогда мы взяли на виолончели Екатерину Ефремову, и уже тогда мы выступали чуть-чуть. И в дальнейшем, в принципе, это был такой толчок развития, что мы поняли, что можно свое творчество, конечно, синхронизировать с духовной жизнью, своей деятельностью. Я помню, да, тогда ты только когда узнал, что я играю на баяне, ты сразу быстренько мне предложил, а давай что-то вместе сделаем. Вот. Ну и так это, в общем-то, и пошло. Ты хорошо улыбнулся, мне показалось, что этого достаточно, чтобы оценить дар игры на баяне. И вот мы до сих пор, да, общие симпатии, желание творить вместе, они до сих пор, конечно, у нас есть. Ну что же, хотелось обратиться к Светлане. Светлана, расскажи, пожалуйста, сначала коротко о себе, о твоей музыкальной жизни, о, может быть, своем пути к вере, ну и тоже, как эти пути музыкальные и путь веры соприкасаются друг с другом в твоей жизни. Ну, у меня, в принципе, тоже можно сказать, что эти пути синхронно развивались, но развивались они гораздо раньше, наверное, даже с рождения, потому что я из тех счастливых детей, кого бабушка с раннего детства водила в храм, поэтому я не помню себя вне храма. То есть это как-то вот с рождения от бабушки пошло, она мне передала азы веры. А что касается музыки, тоже можно сказать, что с раннего детства, по крайней мере, были такие моменты, и мне родители рассказывали, на каких-то видеозаписях было такое, что мой брат, он баянист, ну, на тот момент учился в музыкальной школе, ваш коллега. И когда он дома репетировал, я обязательно вставала, что-то начинала напевать, танцевать. То есть вот тяга к музыке – это тоже как-то с самого раннего детства пошла дальше музыкальная школа. И в 12 лет я нашла, ну, как мне кажется, ту точку, где соприкасается вера и музыка. Я попала на клирос и начала петь в храме в церковном хоре. Клирос – это там, где поет церковный хор. Да. И то есть прямо вот с детства, с 12 лет? Да, с 12 лет на клиросе сначала так помогало, можно сказать, потом уже просили. Мне кажется, это чувствуется, когда она поет, что песни духовные, они в этом плане. Ну, то есть смысл. Я так понимаю, что Бог направлял. Уклонения в тяжелую музыку у тебя не было? Ну, у меня, наверное, только в эстраду больше, потому что, в принципе, на сцене-то тоже я с детства, потому что это и музыкальная школа, потом еще так выступала в доме отдыха для отдыхающих. Вот. Но все-таки Бог подталкивал в сторону духовной музыки, вот так вот сохраняя меня на клиросе, потому что я закончила православный университет, и там, естественно, попала в факультетский хор, начались знакомые связи, начинали приглашать в храмы петь. Вот. И поэтому как-то вот так вот через клирос, ну, замечательно, это все и соединялось. Ну, скажу для наших зрителей, что в нашу группу Светлану я пригласил именно с клироса. И изначально, как я тебя пригласил? Ты
помнишь это, ну, совсем же не на вокал, то есть изначально-то, да? Да, изначально меня пригласили в качестве второй виолончели. У тебя специальность виолончель? Да, да, я закончила музыкальную школу по классу виолончели. Причем я очень обрадовалась этому предложению, потому что у меня не было никаких возможностей как-то играть. Ну, так вот для себя очень сложно поддерживать какие-то навыки, а вот в группе это было очень кстати. Но, к сожалению, недолго я проиграла на виолончели. Да. Репетиции парочку, наверное. Ну, наверное, да, две всего лишь репетиции. Да, нам по ходу нашей музыкальной деятельности пришлось из Светланы сделать мультиинструменталиста. Да, я, получается, да. И на синтезаторе успела поиграть, и на укулеле. И на перкуссии тоже. Укулеле – это такой специфический струнный инструмент. В нашем случае он выдает басовые звуки. Вот. И Светлана действительно у нас оказалось, что может все. Все-таки, наверное, вокал мне ближе из всего. Зачем тебе это нужно? Потому что все-таки это основано на интересе, безвозмездно. Мы собираемся в свое свободное время, и ты ездишь довольно-таки далеко. Зачем тебе это? Ну, наверное, прежде всего для удовольствия, потому что это классно общаться с людьми, с которыми ты находишься на одной волне. Это, наверное, то, что оправдывает в каком-то смысле наше название, потому что... Очень, как сказать, это, наверное, большое счастье найти в жизни людей, с которыми есть взаимопонимание, общие интересы. И я уже говорила, к музыке у меня давно тяга, есть тяга к сцене, к выступлениям. И когда есть возможность это все соединить, еще и религиозный такой Контекст, да, то это очень классная возможность, которую очень не хочется упускать. Хорошо. Каковы были твои впечатления, когда ты только попала к нам в коллектив, первые встречи, репетиции, потому что мы-то с тобой были знакомы именно по церковной стезе, по богослужению, а тут ты увидела батюшек немножко в другом ракурсе. Ну, наверное, тут было ощущение... если можно так выразиться, кайфа, потому что, опять же, я поняла, что это люди, которые меня понимают, которых я понимаю, и с которыми можно музицировать, импровизировать что-то. По крайней мере, это то, что мне в жизни очень не хватало, и то, что я нашла, вот, придя в вашу группу, за что вам большое спасибо. Ну и давай, отец Максим, расскажем кратко о наших музыкальных композициях, которые в сегодняшней программе должны прозвучать. Мы сегодня сыграем, да, две композиции. Это композиция, посвященная мученице II века, называется «Блондина». Это так удачно совпало, вот отец Павел тоже, мы так удивились даже, песня была написана давно. А мученицу прославили, не прославили, а вернее вынесли в святцы именем именно «Блондина», потому что раньше она была... В числе общих, да? Лионских мучеников, да. Теперь вынесли имя, оно и в святцах, можно так называть своих дочерей, если на то есть возможность и словосочетание, да, с фамилией и с отчеством будет как-то красиво ложиться. Вот. Но, тем не менее, было очень радостно это заметить, что вот мы написали песню, и вот сейчас в церкви это имя как раз... Можем об этом рассказать, об этом имени и об этой мученице II века. Получилось как бы неосознанно на злобу дня. Да, на злобу дня. Очень приятно так удивило. Вот. И вторая песня, называется она у нас... «Волна». «Волна», да. И это прям в духе нашего названия, да, «Мои волны». Как бы его оправдывая и к нему подводя, да. Вот. Эта песня многогранная, текст ее можно, как говорят в православии, толковать в нескольких гранях, там можно увидеть грань и человеческих отношений человека с Богом, и все это вместе, то есть там очень, очень интересный текст, мне кажется, он несложный, но в то же время он очень раскрывает все, что у нас есть, и отношения, все эти отношения. Кто же такой замечательный текст написал? Да, замечательный текст написал отец Павел Крысанов. Это да, я. Да, вот. Прошу, любите жаловать. Пишет, что хочет. Только скажи, напишет любой текст. Да. Вот, замечательный текст, и он сложился на замечательную, не менее гениальную музыку. Давайте кратко скажем о наших
условно говоря, музыкальных достижениях. Где нас можно услышать? Представь, может быть, отец Максим, наш альбом, который вышел не так давно, мини-альбом. Ну да, мини-альбом сейчас, наверное, тенденция таких пятипесенных альбомов, она велика, потому что быстрое время, хочется все успеть прослушать. И вот у нас вышел мини-альбом, называется «Когда-нибудь» по одноименной песне из этого альбома. Можно послушать на любых площадках, это и в Яндекс.Мьюзик, и iTunes, везде выложен этот альбом. Слушайте, ВКонтакте можно посмотреть и послушать. Ну что же, дорогие друзья, сегодня в гостях у нас была музыкальная группа «Мои волны». Послушаем еще одну композицию. Проходя мимо черного, люди взором цепляются.